очередная посылочка с AliExpress. И тут очень бомбовская штука, а именно мини-зонт. Только его так запаковали классно. Покупал не для себя, у меня мини-зонт уже есть. Это уже для жены. Soft Touch пакетик. Он и от солнца, и от этого, от дождя. Внутри он черный, снаружи голубой. Защита UPF 50+. Посмотрим, что скажет жена на это. Я думаю, в сумку, компактный, легкий, в районе 210 грамм весит он. Единственная, наверное, с ним проблема, это то, что складывать его нужно очень долго. А так, в принципе, довольно-таки компактный. Он даже легче, чем мой зонт. Так что посмотрим, как он в качестве выручайки в маленькой женской сумке. Ну, то есть вот ладонь, вот сам зонт. Маленький хлястик у него еще есть. Ну и вот этот софт-тачевский полиэтиленовый пакетик. В общем, как-то так. Прислали вот такой подарок для мамы. Для мамы. Зонтик маленький, как у меня. А мне? Мама с тобой поделится. Нет, у мамы есть. Зонтик? Да. А у тебя? А у меня нет, у меня маленький, для детей. Я уже взрослая. Ты же ребенок. А я взрослая. А читать можешь? Могу. Ну давай будем читать, тогда не папа хочу. Подарит тебе зонтик этот. Какой классный. Маленький, легенький, поместится в любую маленькую сумочку. Да. И от жары, и от этого самого, и от дождя. Холода. И от дождя. Хороший. Бабушки уже глазки загорелись.